А в полярных зорях спортсмены открыли лыжный сезон. Гонки состоялись 9 декабря и собрали более 30 участников – мужчин, женщин и юниоров. Большинство из них приехали из Кандалакши – лыжники-любители и спортсмены ДЮСШ. На старте у нас Яна Афанасьева, номер 45, город Кандалакша. Готовится Дарья Соловьева, номер 46, Кандалакша. В программе соревнований девушки и женщины бежали дистанции от 2 до 3 километров, а юноши и мужчины от 3 до 5. Победителями практически во всех юношеских заездах стали кандалакшские лыжники Дмитрий и Наталья Становченковы, Анастасия Бекришева и Михаил Триюда. Организаторы гонок очень надеются, что спортсменам понравилось на полярнозоринских соревнованиях, и всех желающих ждут на трассе в конце декабря. 20-22 декабря будет гонки на призы энергетиков, Дня энергетиков. Потом, как всегда, в начале января у нас рождественская гонка в памяти Анатолия Пасечника. То есть зимний сезон начался.